Друзья, всем привет! Давно не виделись. Иногда я буду появляться в кадре, когда мне экстренно захочется выразить какие-то свои мысли. И сегодня я хочу поговорить с вами об эгоизме. Иногда под видео, в которых говорится о личном развитии, в основном на ютубе, я встречаю такие комментарии, то что это все эгоизм. То есть некоторые люди считают личное развитие эгоизмом. Я думаю, то что в корне неправильно так думать, в корне неправильно так считать. Почему? Потому что как раз все наоборот. Если человек не стремится к своему личному развитию, если человек не стремится реализовать свой потенциал, а внутри каждого человека огромный потенциал, который в большей степени просто-напросто растрачивается. И если человек не стремится выразить его в полной мере, то как раз такой человек является эгоистом, потому что всю потенциальную энергию, которая у него есть, он просто губит ее в себе и не дает ей выход, и не дает шанс поменяться этому миру в лучшую сторону. А каждый человек в какой-то степени ответственен за то, какой мир в целом является. То есть если каждый человек будет стремиться становиться лучше, то и мир в целом будет меняться в лучшую сторону. Поэтому, друзья, не будьте эгоистами, занимайтесь своим личным развитием, становитесь более образованными, более человечными, что самое важное. И занимайтесь своим личным развитием не для того, чтобы возвышаться над другими, чтобы становиться лучше других. Это неправильно. Занимайтесь своим личным развитием для того, чтобы понять, на что вы вообще способны, чтобы реализовать свой потенциал по максимуму. Как-то так, друзья. Всем успехов и развития.